Вот так с мышкой играешь, Маруся. Покажи нам мышку, покажи. Где мышка, Маруся? Где мышка? Там у тебя мышка, да? Ой, мышка. Маруся, вот еще одна игруля пришла. Вот одна еще игруля пришла. Ну, Маруся. Мышка там. Мышка. Игрули наши, да? Вот так. Вот так с мышкой Маруська играет, да? Ну-ка. Ой, вот это да. Вот это да. Мышка там, да? Мышка. Шпулька играется. Ой, мышка. Мышка. Притащила. Мамке показать, да? Мамке показать мышку. Ой, игруля. Ох, игруля. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, чайничек закипел. Сейчас будем кофеек заваривать. Ложка у меня черпак. Когда я пила растворимый кофе лет 20 назад, помню, покупала банки Нескафе, и в них лежали всякие предметы. Ложки, даже вилки лежали. Правда, не ахти какие. Чайные ложки. И вот такая ложечка черпак. Здесь, по-моему, даже написано. Вот, Нескафе. Эх, когда же это было? Уж столько лет прошло. А ложка все есть. Я ее очень люблю. Монь, ты решил покушать, да? Покушать решил наш сладкий. Маруся, а ты кушать будешь? Вот такая у нас тут борьба происходит. Вот. Мама с дочкой борется. Хорошо. Вот так. Монь, ты чё замер? Что ты там увидел, а?
Ну что, друзья, сегодня уже 11 января, и у нас стоят трескучие морозы. Минус 19, минус 20 и ветер. Это, наверное, при таком ветре, наверное, все минус 30. Я как-то выходила смотреть на свою занавесочку, когда уже она совсем была готова. С той стороны, то есть с улицы. Как же я замерзла. Буквально одна минута у меня отмерзли руки. И прям сразу-сразу начала садиться камера. В общем, я даже выбросила этот ролик. Ну, потому что телефон был не очень заряжен. Да еще этот мороз. Ну, вы уже, в принципе, ее видели. Очень красиво смотрится она с улицы и из дома. Мороз и солнце, день чудесный. Уже, наверное, я не знаю, день пятый. У нас вот такое солнце, весь дом залит солнцем. И вчера я вас обманула. Вчера я сказала, что я буду вязать вторую такую занавеску. Но я не удержалась, друзья. Я не удержалась, увидев вот эту красоту, вот эту схему. Не знаю, как мне так сделать, чтобы вы сделали скриншот. Может быть, уменьшить. Вот, вот так подержу немножко телефон. Постараюсь не дышать. Я думаю, что вы тоже захотите связать эту красоту. И я уже ее начала вчера вязать. Это намного сложнее этот узор, чем прежний. Там даже и кайма как-то быстро вяжется. Здесь немножко сложнее. Ну, мы же когда вяжем, у нас какая-то логика присутствует. Там две галочки, два столбика, две галочки, два столбика. Это заполняем, здесь шестая, здесь третья петля. Ну, у меня во всяком случае так. Какой-то алгоритм вырабатывается, и мы этот алгоритм запоминаем, и нам так проще вязать. А вот в этом узоре, друзья, ну, не знаю, во всяком случае у меня не сразу все сложилось вот так вот прям. Ну, короче, узор запоминается сложнее. Но очень-очень красивые. Посмотрите. Посмотрите, мои хорошие, какая красота получается. Это же просто, ну, я не знаю. Это же красота красивая, правда? Вот я положила на клавиатуру, чтобы, ну, даже не помещается. Очень широкая кайма. Она, конечно, вяжется вот так. Она намного шире. Она, наверное, в раза три шире той каймы на той занавеске. Но, в принципе, я когда увидела эту схему, я повторюсь, я ее видела вот как схемой. В полотне не было картинки, только схема. Но я взглянула на схему и поняла, вот это как раз то, что мне нужно. Мне нужна широкая кайма, и верх будет вязаться вот такой сеточкой. В принципе, навеяла вот эта сеточка. Я вам вчера, когда показывала магазинную фабричную занавеску на кухне, там тоже вот такая сеточка с широкой каймой. Ну, там вензеля, да, понятное дело, машинная вязка. И я когда увидела, я когда вчера вам показывала, вот говорят мысли материальные, я подумала, вот бы найти такую широкую кайму, и чтобы верх был просто вот такой вот сеточкой связан. Здесь клеточка, опять же, патентный столбик, я уже вам говорила, что я использую, когда вяжу филейные узоры, я их подстраиваю под патентный столбик, меняю количество воздушных петель, больше добавляю, чем в схеме, ну, потому что патентный столбик выше. Вот, и
вот эта мысль материализовалась. Я вчера нашла вот эту схему этого узора, ну, буквально за 2 минуты. Несколько было вариантов, но увидев вот эту, я просто обалдела и поняла, это то, что мне нужно. Именно широкая кайма, я вам уже говорила, для какого окна я ее хочу, что она не будет, ну, так скажем, на 2/3 окна она будет не до конца, потому что там у меня утюг стоит на том подоконнике, книга стоит, и, в общем, я искала, друзья, вот такую кайму, и я ее нашла. Но, повторюсь, вязаться, ну, вяжется она сложнее. Но сложнее и интереснее, согласитесь. Но очень красивый узор. Пряжа у меня итальянский лен. Очень легко вязать из этой пряжи, хотя она, вот видите, как бы из двух ниточек состоит. Вроде бы-то кажется, что она расслаивается. Ну, как ровница такая, что ли. Здесь 2 ниточки. Здесь, наверное, хлопок и лен, я так думаю, в составе. Не помню уже, давным-давно покупала. Крючок все тот же, кловер 1,25. Вот он, этот крючочек. Вот, так что я вчера, друзья, не выдержала. Мне очень захотелось попробовать другой узор. Я понимаю, что мне нужно связать такую же занавесочку. Я ею любуюсь, друзья. Видите, здесь даже пришлось закрыть окно, чтобы, ну, темный кадр не получался, чтобы я могла вам эту кайму красивую показать. Потому что очень-очень солнечно. Очень солнечно у нас. Вот, я ее свяжу, друзья. Вы не думайте, не будет у меня окно с одной занавеской, а на одном окне нет. Конечно же, свяжу. Но я сейчас живу по принципу, вернее, я сейчас живу без принципа, скажем так. Все время нарушаю правила. Расслабилась и сказала себе, если очень хочется, то нужно это сделать. Может быть, я свяжу кайму и на этом успокоюсь и приступлю потом вязать занавеску вторую белую. Но пока такое желание у меня вязать вот из этой пряжи цвета крю итальянский лен. Наверное, лен с хлопком. Это будет бомба. Это будет, во-первых, очень легкое полотно, друзья. Эта пряжа, видимо, по метражу больше, чем ирис кировский, и очень легенькая занавесочка. Мне кажется, ее даже крахмалить и не надо, она очень хорошо держит форму, а может быть и на крахмалю, не знаю. Но пока, друзья, мне, ну, все нравится. Если кому нужна схема, кто не умеет делать скриншоты, присылайте в комментариях ваши имейлы, я вам вышлю. В Одноклассниках я ее уже выложила. Кто у меня в друзьях, те, конечно же, могут скачать. Вот. Так что вяжу вот эту красоту. Еще вам расскажу про один лайфхак. Я уже много раз о нем рассказывала. Но люди добавляются, расскажу. Видите, у меня сколько воздушных петель в запасе? То есть я изначально кайма начиналась вязаться, естественно, вот отсюда. Я набираю большее количество петель. Во-первых, на этой схеме вообще нет, ну, сколько петель нужно набрать. Я их, конечно, здесь просчитывала вручную, но набрала петель на 20 больше. Меня не пугает этот кончик. Он потом с легкостью обрежется и распустится. Вообще в той занавеске я даже не обрезала. Я просто вот так вот его загибала и ввязывала в полотно. Наша же занавеска потом начнется, петли начнут добираться вот отсюда. И этот хвостик можно легко вот так вот
ввязать в полотно. Я всегда так делаю в вязаных крючком изделиях. У вас не болит голова, что вы где-то по цепочке же тяжело вязать первый ряд, что в спицах, что в крючке. Можно где-то не попасть как бы в петельку, где-то пропустить, петель не хватит, потом все распускать. А первый ряд самый сложный. Поэтому я не парюсь на эту тему, я просто набираю большее количество петель, а потом этот хвостик с легкостью прячу, распускаю, убираю. Если нет возможности спрятать вот так вот в полотно, я просто распускаю и ниточкой заправляю. Все. И я не переживаю, что мне там не хватит петель при вывязывании вот самого первого тяжелого ряда. Сейчас зачитаю один комментарий. Наталья Цепенникова, наверное. Ну, у меня не вся фамилия видна. Здравствуйте, Елена. Очень прошу вас показать начало новой шторы. А именно, я не могу понять, как вывязываются зубцы на кайме, которые идут по низу шторы. Если вам не трудно, покажите, пожалуйста. Я понимаю, что вы имеете в виду вот эти вот зубчики в кайме, ну, чтобы кайма, как кайма принимает вот такой вид зубчатый. Вы не умеете расширять полотно и вязать вот эти зубчики. Это очень-очень просто. Я показывать всю кайму не буду. Для меня на самом деле сложно. Вы пишете, если вам не сложно. Но для меня сложно, друзья. У меня очень село зрение, и я, когда вот вам показывала последний или, ну, крайний, так скажем, может быть, еще будут мастер-классы. Ну, короче, я вам показывала два рядочка вот той шторы, которую мы вязали. Я, можно сказать, вязала на ощупь, друзья. Очень село зрение, и мне тяжело показывать вот эти вот попетельные мастер-классы. Я сегодня вам покажу просто вот как вывязываются вот эти вот зубчики. Именно зубчики. Никакой вообще другой узор. Просто я так поняла, у вас проблема вот с этим вот переходом. Здесь все очень просто. Вот в этой схеме один прием. Здесь воздушными петлями поднимаются. Видите, вот тут такие. Вот они, воздушные петельки. А в той схеме, в той кайме, вот в занавесочке, мы там, вернее, я или кто еще вязал, там присутствуют, вот здесь нет этих воздушных петель, здесь переход слепыми петлями или соединительными петлями. Я сейчас вам покажу принцип, но я думаю, что вы должны понять. Итак, давайте покажу сначала вот на вот этом зубчике, хотя, повторюсь, здесь переход идет за счет воздушных петель, но в том узоре, в нашей прежней занавеске, там идет эти слепые петли. Вот, допустим, вы сейчас остановились здесь, а у вас следующий ряд начинается вот отсюда. Что нам нужно сделать? Нам нужно по этим петлям пройтись соединительным столбиком. Или слепая петля называется. Вот мы вот так вот и продвигаемся. В каждый вот столбик. И вот так соединяем. Считайте, сколько там этих соединительных столбиков. 6, 7. Вот все. Вот у нас получился зубчик. Дальше здесь мы делаем петли подъема. 1, там 2, 3, 4. И продолжаем вязать сюда. Это если вам нужно, то есть вы вывязали крайний, вот этот вот вершинку крайнюю. Ну, вот они здесь, да, и вам нужно идти туда, то вы поднимаетесь соединительными
идете соединительными петлями и начинаете дальше вязать. А если вы вяжете, то есть вы уменьшаете полотно, да? А вот если вам нужно увеличить полотно вот сюда, что вы делаете? Да вы очень просто. Вы добираете нужное количество этих воздушных петель, вяжете по ним. Ну вот, допустим, сейчас вот я доберу. Раз, два, три, четыре, пять. Допустим, там пять столбиков у нас по схеме. Петли подъема. Раз, два, три, четыре. И вот в эту пятую петлю, если у нас 5 столбиков по схеме, я уже не помню, сколько там. Вот здесь у нас должно получиться 5 столбиков. Это если у нас расширяется полотно. То есть вперед идем. Если назад идем, то значит слепыми петлями по полотну. Вот и все. Не боимся, добираем воздушные петли для зубчика, для нашего. И идем, вяжем. Все, вот. Вот наш зубчик. Но это я говорю, это я вам сейчас показываю, просто чтобы вы поняли этот момент. Ну, там как по схеме, я там не знаю дальше. Ну, я думаю, что принцип понятен. Вот. Вот у вас получился зубчик. Дальше сюда доходим, опять добираем петли. И опять вяжем по ним. И у вас получается вот такая лесенка. А когда дойдете вот сюда, то есть вывязали, вот она эта лесенка, добирали петлями, а теперь идем в обратную сторону. Здесь слепые петли по полотну уже. Вот и все. Но в этой схеме, вот в этой схеме, здесь нет слепых петель. Вот я довязала до конца, да? Мне сейчас нужно идти туда, не вперед, а назад. Здесь поднятие, переход при помощи воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И здесь мы просто пропускаем вот эти вот. Раз, два, три, в четвертую. Вяжем столбик. То есть по той схеме я бы сейчас до четвертой петли проделала бы вот эти слепые соединительные столбики. Но в этой схеме вот такой ажурный краешек, ажурные зубчики. Здесь вот присутствуют просто воздушные петельки. Ну, тоже неплохо смотрится, согласитесь. Вот они. Если сложно вам слепыми петлями, сделайте вот такой переход. И дальше я начинаю вязать. Так, раз, два, три, четыре, да. Все верно сделала. Дальше смотрю на схему и начинаю вязать. Ничего сложного нет. Я не помню, на той схеме были обозначения слепых петель. Иногда их показывают, но они там как полуколечками такими идут. Их иногда не видно. Но опытные мастерицы, которые уже, ну, как бы саму суть понимают. Вы, видимо, совсем начинающая, я так понимаю. Я помню, у меня тоже была такая же проблема. Я не понимала, как. И мне раньше моя коллега Ирочка Заварцева, если меня смотришь, привет тебе. Я работала в Форде бухгалтером-кассиром. И там был сменный график, и, короче, иногда мы вязали на работе.
Отдельная комната, клиентов нет. Я брала вязание и вязала. И такие же и девочки вязали вместе со мной. И вот, когда я взяла крючок в руки, Ирочка мне подсказывала. Вот и все. Я надеюсь, я вам понятно объяснила. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Посмотрите, какая у нас красота за окошком. Солнечно, морозно. Сегодня был такой же рассвет, как и вчера. Но я уже не стала вам это показывать. Уже видели, какие у нас рассветы и какие у нас закаты. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока!